Да, наверное, и мы первый матч, когда играли в Лужниках, было достаточно видно хорошо то, что болельщики поддерживают, они радуются вместе с нами. Поэтому как раз таки нам этого не хватало перед чемпионатом мира, чтобы была эта поддержка. Поэтому это очень важно. У нас будет теоретическое занятие, мы разберем команду Уругвай. Я думаю, нам подскажут, как действовать против того или иного футболиста. То, что касается Салаха, все знают, что футболиста прекрасный, его не надо представлять. И провел достаточно хороший сезон. Поэтому я думаю, что это успех, наверное, всей команды, то, что нам удалось его остановить. Ну, турнир проходит в России, поэтому никто не собирается думать там, условно, там о ничьей, да, или еще что-то. Понятно, мы готовим играть максимально и постараемся играть на победу. Ну, не знаю, я думаю, с португальцем, так как мы играли с ними на турнире конфедерации, так что я думаю, с ними было бы, пожалуйста, лучше побороться. Юрий.